Началась последняя, седьмая неделя поста перед великим праздником Пасхи. Верующие в эту неделю соблюдают самый строгий пост. Но кроме этого, люди стараются сделать как можно больше хорошего. Сегодня у нас в гостях сотрудник муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Энергия» Александр Синица. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый день. Добрый день. Александр Николаевич, скажите, вы что-то хорошее планируете сделать в эту неделю? Да, мы думаем провести акцию под названием «Чудо дерева». Она проводится уже второй раз. В прошлом году мы тоже проводили. Придумали мы вместе с Еленой Константиновной Добриной. Принимали участие жители города Видное, Ленинского района и Московской области, и города Москва. Вот. Значит, вот такие поделки, это сделали наши жители. Значит, принимает участие МБУ по работе с молодежью «Энергия», наши клубы. Это значит, я записал, «Волшебные петельки», руководитель Ольга Владимировна Кузнецова. Это вот такие вот поделочки. То есть это уже сделали в этом году? В этом году, да. И, значит, квилт-клуб Валентина Александровна Душко. Это вот такие. Да, да, вот такие очень красивые, да. Очень красивые поделки, да. И, да, и вот такие вот. Вот, пожалуйста. Это не магазин? Нет, это не магазин. Это все сделали наши кружки, руководители. Сделали деточки, которые приходят к нам в клуб. И еще русские узоры Татьяна Николаевна Еремина. Это вот... Вот это все сделали ребята своими руками. Большое спасибо ребятам, большое спасибо нашим руководителям. В прошлом году мы делали поделки, но мы сделали вывод. В прошлом году мы сделали больше из картона, с бумаги. Было очень красиво, но пошел дождь, пошел снег, и все это смылось. Значит, в этом году, вот видите, мы сделали, нарисовали. Покрыли лаком, это будет держаться очень долго. Значит, мы всех просим принять участие. Не только МБУ «Энергия». Конечно. Все жители Ленинского района могут принять участие. Да, и Московской области. Можно свои поделки оставить на вахте у кинотеатра «Искра». Вот. Так, что же будет дальше? Когда что мы увидим дальше? Это чудо-дерево, смотрите, где? В 11 часов. 8 апреля мы собираемся возле кинотеатра «Искра». Прямо в день Пасхи. В день Пасхи. Потом еще принесут поделки, и со всеми поделками, со всеми друзьями, с папами, с мамами, с ребятами мы идем к нашему дереву. Мы выберем дерево. А, то есть еще выбрали это дерево? Да, ну я выбрал, я сегодня был, вчера, сегодня выбрал несколько деревьев, но мы будем советоваться с папами, с мамами, конечно, с ребятами. Вот, значит, у нас будет лестницы, все мы украсим, будет все очень красиво. Приглашаем вас принять участие, без вас у нас, я думаю, ничего не получится. Уважаемые телезрители, я предлагаю всем принять участие в этой замечательной акции. Делайте поделки, приносите их в кинотеатр «Искры» в воскресенье в 11 часов, как сказал нам Александр Николаевич, вместе украсим это чудо-дерево.